Судьба ведет, но, как опытная заядлая интриганка, никогда не подскажет, а что же нас ждет за следующим поворотом. И вот, когда наступает определенный этап жизни, и есть смысл оглянуться, чтобы осмыслить, где твои этапы вытекали один из другого, а где ты был, непредсказуем даже сам для себя. Судьба знала, но подсказать не подсказывала. Геннадий Павлович, вы по существу сдавали все свое большое хозяйство, Тюменскую область, Юрию Константиновичу Шафранику. Он, наверное, особенно на первых порах ревниво следили за тем, что получается, что лучше, что хуже. Так, нет? Что-то касается, что делал Шафраник. Шафраник все-таки, вы знаете, вот, ну люблю профессионалов. Хоть, так сказать, в нефти, хоть в газе, хоть в хлебе, хоть, так сказать, в производстве моторов или аккумуляторов. Профессионал есть профессионал. И Шафраник ведь по существу профессионал, знающий главную составляющую производства области. А если добавить еще, что этот человек родился в Тюменской области и знает, так сказать, он Красульский, и знает, что такое Тюменская область. Если он учился в Тюменском индустриальном институте, как теперь это называют, университет. Если он с молодых специалистов уехал в самую горячую точку, в Нижневартовский район, там работал, причем прошел не только производственные, но и общественно-политические должности. Это мы сегодня скептически относимся к тому, какая у человека практика. Поэтому я Юрия Константиновича знал еще, так сказать, как только он появился. Ну, сказать, что я его в школе знал, это было бы, так сказать, хамством, это неправильно. Но как только он появился на промыслах самотлора, как только он появился в Нижневартовском горкоме, а затем уже в Лангепасе, я его, конечно, близко знал и многократно встречались. Поэтому для меня его приход был, так сказать, совершенно закономерным явлением. Мы довольно часто встречались с ним, беседовали подолгу, так сказать, и в неформальной обстановке, подолгу беседовали о процессах происходящих и о том, что бы следовало делать. То есть уже будучи главой администрации? Да, он приезжал ко мне на дачу, мы сидели у камина, так сказать, и по много часов беседовали. Ну вот руководить такой области, профессиональный нефтяник, ничего не отнимешь. Но нужно было становиться и крупным политиком, ему это удалось? Ну, вы знаете, ведь, наверное, найти так надо выражение. Не буду ссылаться на всех классиков, но есть понятие о базисе и есть надстройки. Если ты занимаешься экономикой, то политическую надстройку легче уже, так сказать, осуществлять, если базис сделан. Лимит на революции разных типов России исчерпан. Время великой ломки прошло. Ему на смену идет время повседневной и будничной работы. Все здравомыслящие и деловые люди, профессионалы своего дела, должны объединиться. Хватит потрясений, революций, экспериментов. Пора общим усилием всем миром поднимать нашу Россию. Юрий Константинович, вот профессионализм нефтяников той поры, он был круто замешан на энтузиазме, самоотверженности, таком ежедневном героизме. То, что, может быть, нынешним не хватает, меньше было прагматизма. Очень круто, но, может быть, несколько другими словами. Значит, первое, на очень большой ответственности. То есть настолько нагружали и настолько давали ответственность и требовали, что вот это уж было уж точно круто. И задним числом за что-то я спокоен и горд, а за что-то думаю, ну какого черта я с людьми там шел в болото, буквально в болото, и на руках таскали эти трубы, чтобы пустить там или насосную станцию, или конкретные, я примеры вспоминаю, или конкретные скважины, хотя от этого в рамках Тюменской области и Советского Союза ну ничего не должно было меняться. Поэтому с определенным перегибом, но с жестокой ответственностью, в первую очередь, я бы такое ключевое слово, значит, применил. Это касалось всех и всех уровней нефтяников, от
оператора, героя соцтруда, потом Суздальцева, у которого я начинал на 12-4 работать, самотлора, и до лангепасских пор, до людей, которые со мной вместе, или я с которыми вместе осваивал этот район. Это действительно в кровь впитывалась эта ответственность и приверженность к большому, или причастность к большому делу. И те, кто, помните, уезжали у нас, то буквально моментом назад просились, потому что нигде в нашей огромной, динамичной стране не было места, которое бы вот так очень быстро показывало, кто есть кто. И главное, показывало, что ты вот начинаешь, глядишь, ты за год, два, три, либо городок появляется, да, либо промысел, либо трубы проложил. То есть это же огромное удовлетворение у людей всех уровней. Предмет гордости, вот что там, скажем, на новом месторождении, на новых месторождениях, в новом НГДУ, в новом объединении, столько-то миллионов тонн нефти добыл или город Лангепас построил, вот или? Ну, я думаю, что и то, и другое. Это у нас у нефтяников, во-первых, до сегодняшнего времени это неразрывно было. Когда ты выходишь с освоением, ты все равно строишь и производственную инфраструктуру, и социальную. Значит, были моменты, которые можно отнести к гордости. Это, конечно, выход на такой уровень 30 миллионов с нулевой тонны. Да? Это же очень круто. Это же, во-первых, мало кому везет по судьбе выйти на новый. Просто это судьба. Значит, я даже это не отношу чисто к своим аспектам. Значит, это действительно по судьбе, значит, так получилось. И выйти с нуля на 30 миллионов – это очень круто. Но при этом еще построить инфраструктуру. Я благодарен судьбе и благодарен руководителям, которые меня вели в это время. Геннадий Иосифович, вы за деятельностью Шафраненко наблюдали только со стороны? Нет, не только со стороны, а даже не наблюдал, а мы работали с ним вместе. Дело в том, что я Шафраненко знаю с тех времен, когда он был генеральным директором Лангепас нефтегаза. Причем это был период достаточно сложный, так скажем, в деятельности нефтяной промышленности страны в целом. Если ты помнишь, наверное, помнишь, 85-й год, резкое падение добычи нефти. В связи с этим, конечно, нервозность, постоянные совещания, встречи, встряски, целый ряд постановлений директивных органов, им десяток был принят. И искали пути, как же выйти из этого положения. И вот на фоне этой очень большой так неуверенности и нервозности молодой генеральный директор Лангепас нефтегаза выглядел очень предпочтительно. Совершенно уверен в собственных силах, знал о том, куда идти и зачем идти, знал средства для достижения цели. Тогда в Лангепасе уже ощущалось, далеко парень пойдет? Безусловно. Ну, просто сам подход. Во-первых, профессионал, знающий дело, инженер, грамотный. Причем я, как строитель, могу сказать, что дай бог нам бы побольше таких заказчиков, которые не пытался собак спустить на строителя, а всегда находил пути решения, совместного решения. И именно поэтому появились и вводились новые месторождения. Причем, ты знаешь, это не было так, что там по нормативным срокам 2 года, а нужно было вести за полгода. И все это делалось, конечно, при его участии. Поэтому было заметно, что человек значительно выделялся из окружающих, хотя в то время генералы нефтяные в Тюмени были достаточно мощные и сильные. И даже на этом фоне, так скажем, он не потерялся. Шафраник возглавил Тюменскую область в самое сложное для нее время – время демократических реформ. Наверное, наличествовал и его величество случай, но случай закономерный.
И хотя в Тюмени и в Москве он работал с командами тогдашних демократов, чистым демократом, особенно в специфическом российском понимании, его не назовешь. Он, скорее, редкий для России серьезный демократ, продуманный, основательный. Из тех, что много не говорят и, если торопятся делать, лишь то, что основательно продуманно. Шафранник возглавлял область, когда нужно было действовать, выхода иного не было, методом проб и ошибок. Но сегодня редко кто, если даже поднапряжется, вспомнит об ошибках Шафранника. Да, обстоятельства в России бывали сильнее его, но и в этих обстоятельствах он обошелся, пожалуй, минимумом решений по обстоятельствам. Я понимал, что уже излом, и хорошо понимал. Для меня не было тогда уже проблемы в понимании, что происходит огромный серьезный излом. И в этот излом уже Геннадия Павловича Богомякова не было. Он уже был не первым секретарем. В декабре тогда, по-моему, пленум его освободил. Это в огромной мере еще подтолкнуло, что хорошо, нет такого руководителя, который вел область, то кто тогда? И в какой-то мере, может быть, чересчур по-молодому я это думал, но в какой-то мере я, значит, осознавал меру ответственности, что что тогда с областью и как. Значит, если уже вот у нас пошатнулось, по крайней мере, тогда уже было видно по Тюменской области, что партийная власть не только пошатнулась, а ее не стало. И третий момент было потом, и в этот момент принимать решение, потом было очень тяжело. Все-таки от жестокой производственной жизни, от устоявшихся привычек, попасть в этот зал, где 400 депутатов, каждый кричит и выступает на свою тему. Помните, от забастовок до того, что немедленно никому нефть не поставлять, от сепаратизма до либерализма, это, конечно, круто. Это очень здорово ломало первый год меня. Начало 91-го была борьба. Одна группа старая хотели снова повторить постановление, помните, 85-го года, в великом развитии Тюменского нефтегазового комплекса. Я лично понимал, что хоть сколько ты их сейчас пробивай, ни Союз, а он тогда еще жив был, здоров, ни сама Россия ничего этого уже не сделает. И вот в борьбе с этим выработали подход платное недропользование и доля от этого платного недропользования для конкретных жителей. Я считаю, что вот 90-е, начало 91-го в борьбе этих идей был. Затем мы сумели сформировать все-таки с округами и с областью вот это понимание указа. А затем и в реализации уже этого указа по законам о недропользовании, по ренте и потому, что 20% юг Тюмени получал от всех платежей. Это круто очень. И все эти годы действительно, с 90, по крайней мере, 3-го, когда заработал в полную меру, уже законы на базе указа. Я считаю, что юг Тюмени особенно, да и север, безусловно, значит, выжили в этом. И, конечно, недавно я был в Кургане, когда сравниваешь Курган и даже юг Тюмени, не говоря о прекрасных наших городах и инфраструктуре на севере, конечно, становится тоже определенным образом, как руководителю, хорошо и удовлетворение вызывает, что мы тогда не ошиблись с посылом. Мы не стали просить, сколько надо чего построить. Мы сумели ввести механизм, а уж потом, допустим, без меня и ребята, вот Ниелов, Филипенко, сейчас Собянин, раскручивали эти идеи и получили огромный же эффект, огромный. За 10 лет преобразилось очень многое на севере и на юге в плане социальном, так назовем. Много чего не сделано, но очень многое сделано. Очень много.
Какой прошел незамеченный визит Юрия Шафраника? Беседа вот с первой главой администрации Тюменской области. О чем разговаривали люди, которые, значит, в этом кабинете работают и работали? Мне всегда приятно встречаться с людьми, которые были в этом кабинете до меня, работали. Они тоже по-своему родили и болели за область, по-своему решали проблемы, сталкивались с трудностями, преодолевали их. И в частности, Юрию Константиновичу надо отдать должное. Это его стараниями в свое время заложена плата за недра, которая много лет поддерживала область. Его стараниями заложен ряд принципиальных инвестиционных проектов, которые в дальнейшем стали реализоваться на территории региона. Поэтому мне, конечно, не безинтересно с ним встречаться. А прикладных вопросов было немного. Юрий Константинович заверил, что он по-прежнему любит Тюмень и постарается привлекать по мере возможности инвестиции на юг Тюменской области. Шафраника в правительство приглашали 3 раза. На раз больше, чем положено в таких протокольных случаях. Реформирующаяся, штормящая Россия, как и застойный Советский Союз, сидела на нефтяной игле. Топливно-энергетическим комплексом должен был управлять профессионал. Наверное, и поэтому Шафраник был долгожителем в кабинете Черномырдина. А не соглашался сразу все по той же профессиональной привычке. В Тюмени при нем все только бурно стартовало, как говорится, в новой редакции. Стартовало мощно, красиво, масштабно. Неизбывные, неизрасходованные, неизбежные советские возможности почти эйфорически сопрягались с новыми российскими возможностями. Тогда казалось, что реформы могут пойти последовательно и мудро. Время Шафраника в Тюмени – красивое время. Конечно, и надежд, но и многих перспективных заделов. Надежд, надежного фундамента. На этом фундаменте еще многое держится до сих пор. Но Ельцин Шафраника убедил. Ты России нужен. Президент умел убеждать. Президентский пафос убедил. Жалко было прощаться с Тюменской областью? Очень. И действительно, ведь было 2 серьезных разговора со мной президента в 91-м. Затем, значит, Гайдара и Бурбулиса в 92-м. На тему, значит, в правительство и постминистра. И мне удалось убедить тогда и тогда, не отказаться, а убедить, что Тюмень на переходном этапе нельзя просто так вот бросить. И не в том, что я там самый... уж крутой, но нельзя просто перетрубаться и, как говорят, на переправе делать. Но в третий раз трудно было уже отказать, да и профессионально, значит, как говорят, от слесаря до министра, это сидит ведь подсознание где-то. А так вообще в родной отрасли, по-моему, начинались похороны нефтепрома отечественного. Да, но сейчас могу сказать, что с чем я был достаточно не согласен и пытался реализовать, и потом я как бы в определенных интервью это легализовывал, это с темпами приватизации нашего созданного. Нельзя было так легко и быстро приватизировать. Надо было все усилия направлять на новые месторождения. Пожалуйста, делай хоть сверхчастными. Но вчерашнее все создано, еще ради. Вот с этими темпами я не был согласен, в том числе с залогами, аукционами. И думаю, что это главная была причина, значит, невостребованности как министра потом. Это первое. Ну и второе, это национальную нефтяную компанию. Я и тогда считал, и сейчас считаю, что она должна была быть и на этом переходном периоде, она сыграла и могла сыграть огромную роль. И указ ведь мы пропустили по Роснефти тогда, но потом его уже без меня отменили. А когда и как родилась идея вот, реструктуризации именно нефтепрома, создания мощных, как вы говорите, выражаетесь, профессионально, вертикально интегрированных компаний. Как родилась эта идея? Мировой опыт? Или... Ну, во-первых, мировой опыт. Он и я сейчас подтверждаю и повторяю, если отделить создание компании от приватизации, это разные же вещи. Ну, наложилось, это уже, извините, политика, что так решили политически. А это разный процесс. Создание компаний – это крайне правильный процесс. И сейчас это видно. Повторяю, если разделить понимание, что взяли, создали компанию, потом в частные руки отдали за один день.
Поэтому это, во-первых, мировой опыт, мировые тенденции, особенно сейчас, укрупнение этих компаний, глобализация, от этого не уйдешь. И второе, это 91-й год и указ по Тюменской области. Это самый первый документ легальный, который дал толчок. Его должны были подписать, он был согласован 19 августа. Но я шучу, что из-за него началось это ГКЧП. Его подписали 19 сентября, а 19 августа должны были подписать президент России. И там впервые в официальном документе была озвучена, ну так, если громко, направленность и концепция. Недропользование платное, значит, государственность на недра, они вертикально интегрированные компании, свободные цены и, значит, остальные аспекты. Что такое выиграть у жизни? Надо ли выигрывать, когда наше поражение становится нашей победой? В его биографии не было видимых падений. Он не из той породы людей, что не рассчитывают хотя бы на шаг вперед. Но это не значит, что он не пережил крупных потрясений. И если мало кто об этом знает, это еще один принцип профессионала. Шафраник рос, и, может быть, именно тогда, когда не думал о карьерном росте. Мы помним. «Лукойл», «ЮКОС», «ТНК», «Сибнефть», «Сургутнефтегаз», «Седанка». В нефтяной мир, в былую замкнутую корпорацию ворвались новые люди. Они сегодня на слуху. Бывалые нефтяники, как старые знамена, еще потрепетали на ветру, но вынуждены были уступить свое, казалось бы, законное место под нефтяным солнцем. За личными драмами, трагедиями, порушенными судьбами и противоборством интересов как-то складывается, скрадывается, забывается. При министре Шафранике отечественный нефтепром вписался в цивилизованный мировой бизнес, вписался масштабно и полноценно. Отрасль не дробилась мелкомасштабно, ее не превращали искусно или искусственно в естественную монополию. Министр Шафраник выбрал цивилизованную, признанную деловым миром формулу и почти без видимых ошибок довел дело до промежуточного финала. Корпоративный мир жесток. Чтобы стать признанным авторитетом, надо уметь его, этот авторитет, не растерять. Деловой мир не терпит сантиментов. И когда Мавр сделал свое дело, Мавр должен... Как всякий основательный человек и однолюб, надежный запасной аэродром Шафраник себе не готовил. Все время мешали иные, более важные дела. У государства было много проблем. Понятно, профессионалы такого уровня ни удел не остаются. У Шафраника есть свой бизнес, но, может быть, больше интересуют его перспективы родного нефтепрома. А проблемы нефтепрома – это решение судеб России. Они многое определяют эти неизбежные и постоянные нефтяные проблемы. Прощались с «Лангепас нефтегазом», прощались с Тюменской областью, прощались с «Минтопэнерго». Самое трудное прощание. Значит, я все, что относится к родине, от там, условно, от «Карусуля» родного до Вартовска, «Лангепаса» и Тюмени, я не могу сказать, что я простился. И этого в душе никогда не будет. И я как могу максимально сохраняю ниточки человеческие, там, личностные, там, какие-то маленькие проектики. Потому что что значит с родиной проститься? Это что тебя, похоронить что ли? Поэтому это не подходит. Другое дело, ностальгия иногда. Иногда вот прямо сегодня хочется лететь, иногда то-то-то-то. Но это другие разговоры уже. С министерским креслом я пересидел около года, потому что около 4 лет быть министром в такое время, это просто так устаешь. И так это психологически тяжело, что все равно наступает время, когда, слушай, ну, всегда отставка все равно больно, хорохориться нечего, но я был готов и уже хотел. Я, правда, хотел возглавить национальную нефтяную, но, как говорят, определенные силы этого не допустили. Значит, и прощание с министерством как отставка, это всегда тяжело. Хорохорься, не хорохорься.
Но в то же время это объективный момент. И сейчас он для меня уж прям вообще какой-то такой. Я с улыбкой, особенно посмотрев, как поменялись министры подряд, я с улыбкой такой доброй и с переживанием за то, чтобы, дай бог, оно восстановило функции, которые имело при нас министерство. Не могу сказать, что какое-то прощание, там, переживание. Другая жизнь. Мы начали другую жизнь. Пожалуй, на протяжении всей своей жизни Шафраник руководствовался одной целью – делать профессионально, основательно, продуманно, дальновидно. И если случались неизбежные сомнения, то по этому же единственному поводу – сможет ли профессионально, когда не перед другими, перед собой не стыдно. Сделал все, что мог, и даже больше. Человек может, если задает себе высокие планки и ставит высокие цели. И это главный принцип профессионала.